Друзья, критиковать не работать, но сегодня хочу высказать замечание. Без этого не получается. Речь идет о важном для нашей области вопросе передачи на федеральный уровень дорог от Энгельса до Балакова, Пугачева, Ивантеевки и границы Самарской области, а также дороги от Ртищева до Аркадака, от Аркадака до Самойловки и границы до Волгоградской области. И если так можно назвать, перемычки от федеральной дороги со стороны Вольска через ГЭС, тело плотины, затем обход вокруг Балакова до атомной станции, нескольким более 30 километров. Вот эти все дороги, мы, обсуждая вопрос с министром транспорта Российской Федерации, договорились, что будут переданы на федеральный уровень. Сейчас все зависит от Саратовской области. Решение было принято в прошлом году. Важно, чтобы как можно быстрее оно было исполнено. Но сейчас все, если так сказать, застопорилось, потому что до сегодняшнего дня не оформлены необходимые документы по передаче, подчеркиваю, документы, которые имеют отношение к закреплению собственности. Вот эта часть работы не выполнена. Без оформления необходимых документов, без оформления необходимых решений регионального, местного уровня, которые должны быть при передаче на федеральный уровень, дороги не будут приняты в эксплуатацию федеральных структур. Область от этого только потеряет, но область может выиграть, если наши чиновники, и здесь я надеюсь, что губернатор возьмет на личный контроль этот вопрос, как можно быстрее оформят необходимые документы. Нас этот вопрос должен объединить. Представь себе, более 10 миллиардов необходимо для того, чтобы привести в нормативное состояние дорогу на Балаково, Пугачев и Ивантеевку. Миллиарды необходимы для того, чтобы привести в нормативное состояние дорогу Ртищево, Аркадак, Самойловка, граница с Волгоградом. Да и проблема с дорогой, которая идет на Балаково, тем более это муниципальная дорога. Это все разгрузит бюджеты области, города Балакова. А значит, средства сэкономленные пойдут на строительство дорог в селах, городах, межрайонные дороги будут приводиться в нормативное состояние. Выгода совершенно для региона очевидны. Плюс нормативное состояние за собой влечет эксплуатацию и содержание дорог. А как вы знаете, норматив на федеральных дорогах в 2,5 раза выше, чем областной. Это значит, что наши дорожники будут получать больше средств. Значит, заработная плата также будет повышаться. Во всяком случае, я надеюсь на это. Вот это решение многое для нас значит. Если только его не реализовать, это серьезный удар по достижению такой цели, как повышение качества внутри областных дорог. Я надеюсь, что кто-то проснется, что поймут свою ответственность и, понимая это, будут делать все для того, чтобы проблемы решались в Саратовской области. А проблема дорог – одна из ключевых. Во всяком случае, вы постоянно мне об этом пишете в паблик. Здоровья вам, и надеюсь, что у нас будут дороги хорошие, а дураков будет меньше.